Всем привет! Сегодня я бы хотел сделать обзор на довольно необычный, по моему мнению, перспективный проект под названием Lunaland. Lunaland — это одноранговая цифровая валюта и также средство сбережения. Символ этой криптовалюты Lunaland — LLN. Данная криптовалюта, можно сказать, является золотом в цифровом мире. Цель этой валюты — обеспечить защиту от инфляции и бесконечной печати денег. Lunaland имеет прямую противоположность фиатным валютам, а также у нее огромный потенциал в дальнейшем использовании. Lunaland предлагает гипердефляционное предложение, то есть имеется только ограниченное количество монет, которые постоянно будут сжигаться. Первоначально предложено 1 триллион монет LLN, из которых почти 100% будет сожжено в несколько этапов. А именно, будет сожжено 99,96% от общего количества предложенных LLN. Сжигание монет будет проходить до того момента, пока не останется в обращении 400 миллионов монет LLN. Lunaland стремится преодолеть те проблемы, с которыми сталкиваются централизованные проекты. Это всяческие риски, такие как рыночные, исполнительные, риски для команды, ну и так далее. Lunaland не зависит от централизованных проектов, которые влияют на повышение ценности использования монеты. LLN – это одноранговая цифровая валюта и средство сбережения. Ее успех будет зависеть только от принятия пользователями и создания сообщества Lunaland. Главной миссией Lunaland является создание одноранговой и чистой цифровой валюты, которая способна выйти в лидеры среди криптовалют и будет иметь реальную ценность принятии и использовании. Lunaland поощряет ликвидность с помощью торговли без налогов, вознаграждая первоначальных пользователей и возвращая 100% в пул ликвидности. LLN позволит вам легко отправлять деньги в сети и использовать их в качестве средства обмена. У LLN отсутствует функция Mint, то есть запасы монет ограничены, а это значит, что в будущем это предоставит высокую ценность на эту монету. Цифровая валюта LLN использует блокчейн для обеспечения прозрачности, безопасности использования и низкой стоимости за транзакции. LLN работает в блокчейне Binance Smart Chain, то есть BSC, имеет стандарт BIP-20. Монет LLN – ограниченное дефляционное предложение. Целью такого дефляционного предложения является установить минимальную цену на монету и со временем вознаградить первых пользователей и держателей монет. Данная цель достигается за счет высокого первоначального предложения монет, низкой цены входа, то есть покупки монеты на первых этапах по низкой цене. В дальнейшем это будет стимулировать торговлю и принятие монеты, по мере того, как начальное число монет будет сокращаться. Сжигание будет происходить в ручном режиме, и любой пользователь сможет это отследить на официальном сайте проекта. На данное время идет пресейл, он продлится до 20 июля. Цена на монету на предварительной продаже –
$0.005. После окончания предварительных продаж проект планирует сразу же залиститься на всем известный PancakeSwap. На этом я завершу свой обзор. Это лишь краткий обзор проекта. За более детальной информацией по этому проекту переходите по ссылкам в описании к видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк или дизлайк. И также не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!